Вот и пролетела целая неделя, вот и выходные приходят смело. Время веселиться, время расслабляться, отдыхом отличным наслаждаться. Счастья в субботу, воскресенье успеха. Жизнь ты наполни радостью и смехом. Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире «Капитал Шоу Поле Чудес». Первая тройка в студию. А вот задание на первый тур. Ну, вращайте барабан. Тысяча очков, буква. Первоначально так назывались бумажные ленты для упаковки почтовых отправлений. 9 букв. Не серпантин случайно. Давайте букву Р проверим. Откройте нам букву Р. Крутите барабан. Буква Р есть, но не серпантин. Так, что ж это может быть такое длинное? 850 очков, буква. Давайте по классике начнем с буквы А. Откройте нам букву А. Крутите барабан. Что ж это может быть? 450. Ну хорошо, буква Е. Угу. Откройте. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Есть! О, есть! Прощайте, барабан. О, отлично. Сектор плюс на барабане. Можете открыть любую букву в этом слове. Какую? Конечно, первую. Может, и догадаешься. Откройте. Что, будете крутить? Бандероль. 850 очков, буква. Наверное, бандероль. Мягкий знак. Откройте мягкий знак. Будете барабан вращать? Четыреста очков, буква Л. Я поражен. Откройте букву Л. Назовете слово целиком? Ну, тут смотрите. Могу назвать слово целиком. Пройти дальше. Могу крутануть. А там уже неизвестно. Но если я назову сейчас букву О, это будет три важные буквы и две шкатулки. В общем, я все-таки вращаю. Посмотрим. О, отлично. 1000 очков, буква О. Ой. Откройте букву О. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? В прошлый раз была правая. Назову сейчас левую. Есть! О, есть!
Назовите слово целиком. Ну, так теперь уж. Девушкам никаких шансов не даю. Вот то пусть собачку гладит девушка и поплачет. Абсолютно точно! В эфире «Капитал Шоу. Поле чудес». Вторая тройка. Опять длиннючее слово. А вот задание на второй тур. Вращайте, пожалуйста, барабан. $750 очков. Впервые этот вид игрушки появился в VI веке в Японии. Так, случайно не валяшка, а не валяшка подходит. Ну, знаменитая не валяшка. А. Откройте нам букву А. Вращайте, пожалуйста, барабан. Дульки. А нет, почему? Не валяшка. Она самая. 600 очков. Буква К. Откройте букву К. Вращайте, пожалуйста, барабан. Три, правильно. 750 очков. Ша. Открыть. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку? Значит так. Крайняя была левая. Теперь применим считалку. Рыба, рыба, рыба. Кит, рыба. Правду говорит. К сожалению, не угадали. А рыбы разговаривать не умеют. Будете вращать барабан, назвать слово сразу. Да покручу теперь шуш. 750 очков. Я. Откройте букву Я. Будете барабан вращать? Может, приз? 400 очков. Буква накручу. Л. Замечательно. Откройте букву Л. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. 600 очков. Буква В. Что? Откройте букву В. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Есть! Есть! Рыб не стал слушать. Будете вращать барабан, назовете слово сразу? Наверное, назову. Давайте, давайте. Даю. И вы абсолютно правы! В эфире «Капитал Шоу. Поле чудес». Третья тройка. Тут букв поменьше. Вот задание на третий тур. Крутите барабан. Крутанем для начала. 450. Термин.
используемых и используемый и в шахматах, и в танцах. Позиция. Так, ну извините, что вашей любимой буквы нет, Леонид Аркадьевич. А мы говорим букву Я. Откройте букву Я. Ну, вращайте барабан. Это вообще-то не мы говорим, это Евдоким Ярославович говорит. 850 очков, буква И. Откройте букву И. Будете барабан вращать? Конечно. 850 очков, буква С. Открыть. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? К сожалению, не угадали. Будете барабан вращать? Но есть надежда еще на шкатулке. Повращаем. 350 очков. З. Другое дело совершенно. Открыть! Назовете слово целиком? Нет. Вдруг приз. 400 очков. Буква О. Откройте букву О. Будете вращать барабан, назовете слово сразу. А еще есть одна позиция. Дачная. Называется буква ЗЮ. А еще поза раков. 2 ваши очки умножаются на 2. Сектор призовой можете назвать букву П. И вы абсолютно правы. 3 правильно угаданные буквы дают вам право на 2 шкатулки. 2 шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Даже не знаю, какие считалки применять, с чего начинать. Давайте левую. К сожалению, не угадали. Ну и ладно. Хотя, конечно. Ладно, не ладно. Хотелось бы... В эфире «Капитал Шоу. Поле чудес». Хотелось финал. Бы не ошибаться. Финал. Вот задание на финальный тур. Мужики собрались. Вращайте, пожалуйста, барабан. Вот он улыбается Куля с фонендоскопом. Я так понимаю, что он знает, что это женщина Клеопатра. Но он предвкушает победу. 450. Для начала он сделает комплимент Леониду Аркадьевичу и назовет его любимую букву. Гениально. Откройте нам букву Р. Вращайте, пожалуйста, барабан. Дальше, Виталий Лебович. 600 очков. Буква... Буква А. Откройте нам букву А. Вращайте барабан. Вы нам не предлагаете слово 700 назвать? Очков. Буква... Т.
Откройте нам букву Т. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Применим врачебную экспромтом считалку. Вышел месяц из тумана. Вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить, с кем ты будешь дружить. Какой хирург будет тебя потом лечить? И какая скорая помощь привезет тебя к этому хирургу? Есть! О, есть! Будете барабан вращать? Так, что же делать? Можно еще шкатулочками поживиться. Можно призом поживиться. А потом же ж, коллега, если что, я могу вас довести до победы по-братски. Крутим. 750 очков. П. Откройте букву П. Будете крутить барабан? Буду. 1000 очков. Буква О. Кто ж будет спорить с этим? Откройте букву О. Будете вращать барабан, называть слово сразу? Не буду называть. Все ж в моих руках. 450. Е. Откройте нам. 3 правильно угаданные буквы дают вам право на 2 шкатулки. 2 шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Ну, продолжим экспромтом считалку. А. К сожалению, не угадали. Блин, я даже считалку не успел. Будете вращать барабан, называть слово сразу? Да я сейчас уже назову. Там была такая считалка. А предыдущего героя скорая помощь привезла куда и в какое отделение милиции она по долгу своей службы должна была сообщить о ножевом ранении. Но что-то у меня палец сработал раньше времени. И не получилось, считал. Ладно, теперь называем слово. Давайте, давайте. И хотим услышать слова Леонида Аркадьевича. И перед нами победитель. А потом выиграть водокачку. Ну, конечно! И перед нами победитель! В эфире капитал шоу «Поле чудес». Супер игра! Вот слово, которое вы должны отгадать обязательно. Вот задание на супер игру. Я разрешаю вам открыть любые 6. Как еще называют шпажник? Шпажник, я так понял, это
растение. Шпага колючая. Он, значит, колется. А что у нас с длинным таким? С длинным названием. Шпажник. Кто это? Чертополох. Нет. Шпажник. Ключка какая-то. Об. Ле. Пи. Об. Ле. Пи. Ха. Нет. Если б об. Ле. Пи. Хуй, то получилось бы. Ладно, что там отдать. А. Е. И. О. У. Я. Откройте, пожалуйста, буквы, если они есть. Минута пошла. Вы будете смеяться, но пельмени уральские, потому что гладиолус. Да. Потому что гладиолус. Но это вообще полный вперед. Продолжить. И вы абсолютно правы. Вы выиграли суперигру. Эти аплодисменты вам. И в какую вы выиграли суперигру, и в качестве суперприза вы получаете... Куда сертификат? Нет, утюг. На этом мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Да. Очень интересная игра. Давайте домик. Там у нас есть гладильная доска. Вот она. А сюда утюг. Есть. И тут еще обновка. У нас 52 тысячи. Что можно обновить? Ищем, ищем. Не понял. О! Замена кафеля. Окей. Еще обновка на 20 тысяч. Ну-ка поищем. Что-то я пока не вижу. О, микроволновка. Давайте. Все. Можно уходить. До следующих встреч. See you later.